Добрый вечер. На этой неделе на Гагарина 5 возобновилось строительство жилого дома, невзирая на жалобы соседей. Жильцы хрущевок на Гагарина 7 и Торцева 67 уверяют, что по их домам идут трещины и боятся, что строительство нового дома рядом может и вовсе оставить их без жилья. С жалобами они обратились и в администрацию города, и в совет депутатов, и в прокуратуру. В эфире программа «Открытая студия» и я, ее ведущая, Юлия Новикова. Тем временем Северодвинск входит в период интенсивного строительства, и сегодня в прямом эфире попытаемся понять, возможно ли начать строительство нового дома, не начиная конфликт с соседями. Обсуждаем. Сегодня в студии Вадим Сафонов, учредитель компании «Северинвест Групп», директор по строительству. Вадим Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте. А также начальник управления строительства и архитектуры администрации Северодвинска Антон Кириллов. Антон Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к разговору по телефону 598-700. Итак, первый вопрос. И все же, дала ли администрация города на сегодня разрешение на строительство дома на Гагарина 5? Да, администрация Северодвинска выдала застройщику 9 февраля разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу Гагарина 5. Какие работы сейчас ведутся в этом месте? На сегодняшний день работы, как таковые, по строительству здания не ведутся. Мы производим, даже с завтрашнего дня мы начнем производить испытания пробных свай для уточнения характеристик грунтов и уточнения проектных решений по сваям. Они будут производиться в среднем около 10 дней. Это испытание, это еще не начало работы. Сваи уже вбивались или вдавливались? Работы со сваями проводились? То, что стало, в общем-то, катализатором конфликта? Неоднократно уже был задан этот вопрос, и мы поясняли и жителям города, и прессе. Еще раз повторю, на сегодняшний день было погружено 7 пробных свай. Погружались они путем лидерной скважины, так называемой, то есть 20 метров бурилось отверстие, и в нее опускалась железобетонная свая. Значит, добивалась она совсем немного до проектной отметки. Значит, где-то на полметра была добивка. После этого свая должна выстояться, после этого проходит испытание. Но ввиду многочисленных жалоб и этого ажиотажа, который возник вокруг этой стройки, мы приняли решение на сегодняшний день изменить методику и испытаний в том числе, и массовое погружение свай. Она будет произведена вдавливающей установкой. То есть динамических воздействий, типового молота для забивки использоваться не будет. То есть посуда звенеть в шкафах не будет? Вот вибрации, нет. Вот, к которым привыкли, когда дома рядом идет строительство, вот этой вибрации не будет? Вибрации будет не больше, чем от проезжающего автомобиля. То есть, возможно, в этом доме существуют какие-то проблемы с вибрациями и прочим, но это явно не строительство. Антон Михайлович, все-таки вдавливание свай является безопасной технологией для соседних домов, не молодых уже. Да, статическая нагрузка и вдавливание происходит не так часто в нашем городе, так как это является энергостоящим удовольствием для застройщиков, но это является наиболее безопасным вариантом погружения свай. Но а кто и как сможет контролировать, что применяется именно разрешенная технология? Данный объект подлежал экспертизе проектной документации. В соответствии с градостроительным кодексом все объекты, которые проходят экспертизу и контроль за строительством, осуществляет инспекция, государственная инспекция строительного надзора Архангельской области. То есть соответствие проектной документации и соответствие техническим регламентам будут осуществлять специалисты государственной инспекции строительного надзора. Ну что, они будут выезжать на объект? Да, то есть у них есть график посещения объекта, и при каждом посещении они осуществляют проверку проведения строительных работ на соответствие требования техническим регламентов, опять повторюсь, да, и на соответствие проектной документации. В случае выявления каких-либо замечаний составляется акт, после чего застройщик устанавливается определенный срок для устранения данных замечаний. Ну вот жители соседних домов, которые за свое жилье переживают, они на слух как-то или визуально смогут понять, что происходит на стройке? Все-таки сваи вдавливают или вбивают? На сегодняшний день я предложил инициативной группе жителей соседних домов
открыл для них, значит, ворота стройки и предложил им наблюдать. Но чтобы это не было как-то там хаотично, да, и все дома там не сбежались на стройку, как в цирк, значит, 2-3 человека мы готовы пригласить на строительную площадку во время погружения свай таким методом, да, и показать фактически, что происходит. Мы открыты. Спасибо. А когда на соседних домах все-таки были зафиксированы те трещины, о которых говорят жильцы, и что могло стать их причиной? Исследования вообще проводились? Да, перед проведением динамических испытаний грунтов сваями застройщик нанял специализированную организацию «Альфа-проект», которая обследовала дома визуальным обследованием. Ну и при динамических нагрузках, которые проводились при испытании грунтов сваями, да, фиксировалась данной компанией. Зафиксированы трещины были на здании. Вот. По мнению данной компании, трещины были... То есть есть проблемы с конструкциями дома в целом, то есть по Гагарина 7 и по Турцева 67, вот, но по мнению жителей данные трещины были выявлены именно в процессе строительных работ. То есть есть противоречие между, получается, специализированной организацией и мнением жильцов. Когда были все-таки они выявлены? Они были выявлены до проведения строительных работ. То есть об этом и свидетельствуют отчеты, которые были выполнены по обследованию здания в 2014 году по Турцеву 67. То есть у этих домов все-таки есть проблемы? Дома достаточно старые, действительно проблемы существуют. То есть это не только эти дома. В принципе, проблемы есть во многих домах на территории города Северодвинска. Управляющие компании следят за состоянием данных домов. То есть все дома, они на контроле находятся. Может ли строительство дома рядом с проблемным домом повлиять на его состояние? В случае соблюдения всех требований, которые изложены в проектной документации, а также требований, которые изложены в технических регламентах, проблем на окружающую стройку новая стройка не окажет. На многочисленных встречах застройщиков с жителями соседних домов звучало предложение застройщиков мониторить состояние их домов, наблюдать за ним. Как вы это собираетесь делать? И известно ли вам сегодня, в каком состоянии находятся дома на Торцево 67 и Гагарина 7? Да, мы собираемся в процессе всего строительства мониторить соседние дома. Это конкретно Гагарина 7 и Торцево 67. Для этого заключен договор с специализированной организацией «Альфа-проект». Есть у них все необходимые лицензии, оборудование для того, чтобы это производить. Если на пальцах объяснить, значит, что будет происходить, будут установлены датчики, соответствующие на фундаментах, и будет вестись геодезическая съемка, то есть отклонение углов зданий, отметки, значит, специальные метки устанавливаются, будем сравнивать их изменения в процессе строительства, то есть это будет производиться постоянно. И все же, если все какой-то из соседних домов получит повреждения, вот маячки там зарегистрируют, увеличение трещин, ну, не будем о более серьезных последствиях говорить, хотя, люди подозревают эти последствия. Жилье – это самое дорогое, что у них есть, вероятнее всего. Даете ли вы сегодня какие-то гарантии? Возможность компенсировать ущерб? Есть ли у строительной компании? На сегодняшний день мы даем гарантии, что работы, которые будут производиться, они будут производиться в соответствии с нормами. То есть это мы гарантируем. Что касается ущерба, не дай бог, который может быть нанесен третьим лицам, мы тоже несем гарантии, осознаем ответственность. Конкретно, что будет происходить в случае, если мы нанесем ущерб третьим лицам, ну, жителям конкретно соседних домов, я сейчас затрудняюсь сказать, нужно смотреть по каждому случаю. То есть, если это в квартире произойдет какая-то там нарушение там отделки или еще что-то по нашей причине, мы готовы возместить или сделать эту отделку. Если будут происходить какие-то более серьезные вещи, ну, здесь нужно разбираться. Я не могу сказать сейчас, что мы переселим жильцов в наш дом там, или в соседние дома и прочее. По каждому конкретному случаю нужно разбираться. Я боюсь, что в одном доме квартир будет все-таки меньше, чем в этих да, двух. Да, да, да.
Вопрос о выдаче разрешения на строительство дома на Гагарина 5 вызвал немало споров. Позиция Совета депутатов не совпала с мнением администрации. Могут ли народные избранники повлиять на сложившуюся ситуацию? Давайте посмотрим мнение. Строительство оно должно быть, но дорогое строительство не более 5-этажного здания. Так что позиция нашего Совета депутатов строить 5-этажное здание. Соседним жителям будет неудобно, потому что 9-этажный дом все-таки закроет свет в первую очередь. Также будет расположено рядом с домами. Там расстояние не такое большое. Если количество говорят, что подъездов будет всего один, но будут в разные стороны выходы, это получается 3 подъезда. Я понимаю, что дом вроде небольшой, но все-таки жителей может быть больше, и может быть не хватит парковочных мест для автомобилей. На Совете депутатов, тем более на моем комитете, мы 3 раза заслушивали, как и жильцов, также заслушивали администрацию, вызывали прокуратуру, была у нас. Также мы после этого комитета направили 4 письма, направили в адрес администрации города, это главы, значит, чтобы он взял на себя ответственность при строительстве 9-этажки за жизнь и здоровье граждан, которые проживают в соседних домах. Также было направлено письмо в управляющую компанию, где также мы просим, чтобы они провели обследование близлежащих домов. Это Гагарина 8 и Гагарина 10 и 7 и Торцова 67. И 3-е письмо мы направили, значит, государственный строительный надзорный орган. Что надеемся, что все эти органы проведут проверку и потом дадут результат. На основании результата, значит, будет понятно, можно дальше продолжать строительство или нельзя продолжать дальше строительство. И все-таки сколькиэтажный дом построить на Гагарина 5, 5-этажку или 9-этажку, чуть позже обсудим, потому что у нас есть на линии звонок. Здравствуйте, говорите вы в эфире. Вы мне, да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Гагарина 8. Мы живем напротив. Наверное, молодые люди, которые сидят возле студии, они не помнят, как там проваливалась земля к 7-му дому. Мы неделю не могли ходить. Потому что очень неустойчивое, пусть еще дом этот стоял старый. Вот представьте, теперь построят этот 9-этажку. Земля неустойчивая. Рядом газораспределительная колонка. Почему? Все район Гагарина считается старым. В старом районе 9-этажки не строят. А тут вдруг решили, перевели его в новый район и строят 9-этажку. Неустойчивая земля, мы уже видели это, мы тут давно живем, как тут все проваливалось. Спасибо. Что бы ни говорили строители. Все, у меня вопрос. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да, действительно, вероятно, зрительница помнит, когда дом на Гагарина 5 был вот расселен, да, там были какие-то проблемы. И сейчас многие говорят о том, что а почему эти проблемы не могут повториться. Ну, я отвечу. Давайте вернемся тогда к этой ситуации, когда этот дом был расселен. И по каким причинам? Расселен он был из-за того, что были повреждения несущих конструкций из-за, правильно женщина сказала, неустойчивости грунта, и сваи были короткие. То есть как раз сваи находились в этих слоях грунта, которые не могут нести такую нагрузку. Либо они на пределе были. Ну, с прошествием какого-то времени, значит, это усугубилось, и дом пришлось расселить. Чтобы этого не допустить, нужно просто конструктивно сваи погрузить на нужную глубину. Для этого были произведены изыскания, чтобы не повторилась ситуация. Мы дошли до плотных грунтов и, соответственно, запроектировали конструктив сваи. Поэтому, независимо от того, сколько этажей будет в этом доме, в любом случае сваи будут погружены на нужную отметку, то есть плотные слои грунтов. А какая длина сваи запланирована и какая была у того многострадального дома? Я точно не могу сказать, какая была, но она явно не была 22 метра, как у нас сейчас запроектировано. Но вряд ли именно это место в нашем городе вот такой грунт имеет какой-то особенный. Геология на территории города Сердинска, она практически одинаковая в каждой точке города. То есть у нас город был намыт намывными песками. То есть это были слои торфа, то, что мы говорим про заболоченную местность. Да, и на слой торфа порядка 3-4 метров было намытые пески. Вот. Что касается Гагарина 5, старого дома, сваи были деревянные, по-моему, 7-8-метровые. То есть у нового дома планируется 22. Хотите сказать, что это была какая-то строительная ошибка все-таки? Это не была строительная ошибка. То есть на тот момент времени строились дома именно с такой длиной сваи.
У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Я являюсь собственником квартиры на Торцево 67. Вот. Немножко хотел бы пояснить по поводу своих ощущений в момент строительства, начала строительства вот, на Гагарина. Вот. У нас в квартире сделан дорогостоящий ремонт, и за ситуацией мы следили плотно. Вот. И когда проходили забивание свай, вибрация чувствовалась, конечно. Но ничего критичного в квартире не происходило. То есть люстры с потолка не падали, качественная плитка целая, ничего не растрескалось. Вот. И напольное покрытие также никакой деформации не подтвердит. Вот. Так что я так вот наоборот считаю, что реализация данного проекта позволит наоборот как-то облагородить внутридомовую территорию близлежащих домов. Вот. Появятся детские площадки, которых на сегодняшний момент катастрофически не хватает в этом районе. Получается, не все жители вашего дома против строительства, как ну, кажется по сюжетам? Ну, я лично не против, да. Спасибо вам за ваше мнение. У вас есть вопрос? Вопроса нет, подсказывает мне режиссер. Спасибо, вот такое вот мнение прозвучало. Давайте вернемся к самому вопросу задаваемому. Так все-таки 9 или 5 этажей? Будет на Гагарина 5. Разрешили 9-этажку? Что планируете строить? Да, решение на строительство было, повторюсь, выдано 9 февраля на строительство 9-этажного многоквартирного дома. Там нет ни одной 9-этажки в этом районе. На тот момент, это 2007 год, принимались правила землепользования застройки. Данная территориальная зона, это район как раз Гагарина-Торцево, была определена со строительством многоквартирных домов до 9 этажей. То есть там можно строиться два вида домов, 4-5 этажей и 5-9. Поэтому застройщикам было и принято решение, да, максимальная этажность. То есть это соответствует требованиям правил землепользования и застройки. Ну, 9 этажей строить можно, и вот по макету, который стоит на столе, я догадываюсь, что все-таки 9 этажей вы и планируете построить. Да, мы планируем 9 этажей. Проведена большая работа, на самом деле, сам процесс проектирования, его согласования, прохождение экспертизы – это большая работа, которая проводится ну, не менее чем полгода, а то и до года доходит. Вся эта работа произведена, значит, проект прошел все согласования, прошел экспертизу. На сегодняшний день менять это все просто бессмысленно и, на наш взгляд, не имеет как под собой никаких оснований. Ну, если говорить об инфраструктуре, мы вот здесь на картинке видим и растительность, и видим детскую площадку, и парковочные места. Очень переживают да, жители, что не будет хватать парковок. Когда в этом районе будет жить еще много человек, целая девятиэтажка. Вот по поводу плотности, да, был задан вопрос, что вот большой дом, и поэтому больше жителей будет и прочее. Значит, по плотности, значит, в этом доме будет всего вот 61 квартира. И количество жильцов в этой девятиэтажке будет меньше, чем было в прежней пятиэтажке, по сути. Просто квартиры будут больше, более комфортабельные, большими площадями. А жителей будет столько же. Соответственно, количество парковочных мест, все предусмотрено по нормативу. Мы можем посмотреть даже вот на макете дворовую территорию. Довольно просторный двор получается со всеми необходимыми инфраструктурой. Парковочными местами, детской площадкой и прогулочной зоной. Мало того, нами предлагалось и предлагается объединиться с жителями соседних домов и сделать общую территорию благоустроенную вот этого двора. Угу. Значит, за домом номер 67, если сейчас пройти посмотреть, это просто, скажем, котлован и неухоженный пустырь. Плюс стоит детский сад, тоже старый, без ремонта, да, сейчас на продаже, насколько я понимаю. Здание детского сада. Да, здание детского сада. Чтобы привести в порядок всю эту территорию, мы готовы совместно с соседними домами вложить средства, значит, сделать благоустроенную, сделать дополнительные еще, может, прогулочные места или детские какие-то площадки. Мы готовы для диалога. Очень переживают соседи за солнечный свет. Вот тоже прозвучало это мнение, что если бы была пятиэтажка, это один вид из окна, а девятиэтажка все-таки другой.
Ну, это опять, повторюсь, специфический такой параметр, да, который обследуется, инсоляция. Есть определенные нормативы, то есть освещенность проверяется расчетами довольно сложными. И на этапе проектирования, прохождения экспертизы, это все смотрели эксперты. Мне здесь больше нечего комментировать. То есть мне выдают готовый результат, что это можно. Возможно, этажность вызывает столько споров по той причине, что сегодня нет проекта застройки вот этого района. Город строится довольно интенсивно. Будет ли проект для этого района разрабатываться или для других? Для этого района проект планировки территории, выражаясь современным языком, да, то есть не проект застройки, это было раньше, теперь данный проект называется проект планировки территории и проект межевания. Для данной территории проект планировки разрабатываться не будет. На сегодняшний день у нас закончена разработка проекта планировки и проекта межевания восточного планировочного района от улицы Железнодорожной и до улицы Ленина. Это перспективный район развития, как вы все знаете. Там находится много деревянных аварийных домов, которые сносятся, и на их месте будут построены новые комфортабельные многоквартирные дома со всей инфраструктурой. То есть мы хотим сделать общие парковки, общие площадки, детские, игровые в том числе, вот, чтобы это было не только для одного дома, да, то есть, а для целого квартала. Квартала на территории многоквартирных домов в восточном районе, они небольшие, то есть это не такие, как проспект Победы, Труда, например. Вот, поэтому основное направление пока это восточный район. В перспективе мы планируем разработать проекты планировки кварталов 167, это там, где застраивает Симмаш свои незавершенные объекты строительства. Ну, чтобы было понятно, это набережная реки Кудьмы, проспект Победы, проспект Труда. Ну и также в перспективе это квартал 85-й, это район Трухинова, бульвар строителей, тоже также свободный от застройки. И для того, чтобы организовать не хаотичную застройку, а упорядоченную, необходимы проекты планировки. В новом городе практически нету свободных земельных участков для строительства многоквартирных домов. Поэтому неперспективно тратить средства. То есть из-за одного дома проекты делать не будете района? Понимаете, на сегодняшний день свободных площадей нету. То есть когда какой-либо застройщик на земельном участке, который находится в собственности, или у него есть какая-то недвижимость, он решит реализовать проект многоквартирного дома, нам трудно предугадать, в какой части города он это реализует. Потратить средства на разработку проекта планировки территории на весь город, ну, это просто нереально для местного бюджета. Поэтому мы разрабатываем только те направления, которые планируются в ближайшее время. Ну, то есть, как я сказал, это развитие восточной части города, где на сегодняшний день сносятся массово деревянные дома. Спасибо за ответ. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, я хотел спросить, хотя я живу не в этом районе, о котором сейчас идет речь, почему недавно совсем капитально отремонтировали дом вот напротив ДОПа, как раз рядом с этой грандиозной стройкой, и сейчас после капитального ремонта начинается такое грандиозное строительство. В чем здесь логика, кто принимает такие решения в нашем городе? Почему архитектурный план отсутствует перспективный, и такие вещи происходят у нас? Вот я хотел бы, чтобы ответил представитель администрации, который очень яро защищает интересы застройщика. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот капремонт как-то противоречит стройке? На самом деле капремонт и новое строительство никаким образом не связано. Застройщики реализуют строительство на тех земельных участках, которые находятся в их собственности. В частности, да, у данного застройщика есть земельный участок, на котором он планирует построить многоквартирный дом. Администрация Северодвинская ни в коем мере не защищает застройщиков, то есть мы руководствуемся лишь действующим законодательством. Для получения разрешения на строительство необходимо представить пакет документов в соответствии с 51 статьей Градостроительного кодекса, что и было сделано. Да, к сожалению, в том числе и к нашему, для данной градостроительной зоны предусмотрена этажность до 9 этажей. То есть, на самом деле, весь спор, в том числе и от жителей соседних многоквартирных домов, идет из-за этого.
Нами сейчас проводится работа по уменьшению этажности для данной градостроительной зоны. То есть в ближайшее время эта процедура будет закончена. То есть 9-этажек там больше нельзя будет построить? То есть во избежание подобных ситуаций, да, мы хотим уменьшить для данной градостроительной зоны количество этажей до 5. Ну вот и последний вопрос, минута буквально до конца эфира. Вероятно, к обсуждаемой теме мы еще много раз будем возвращаться с другими адресами. Можно ли вообще, на ваш взгляд, начать строительство нового дома, не конфликтуя с соседями? Как показывает практика, любая стройка, которая начинается на территории города, она связана с дискомфортом населения, которое рядом проживает. То есть практически при любом осуществлении строительства жители начинают звонить в адрес администрации Родвинска, в адрес управляющей компании. Есть жалобы, бывает, задают вопросы. Но в процессе строительства, да, данные вопросы утихают. Получается, мы отвечаем на вопросы, застройщик выходит на контакт с населением. Ну и управляющие компании подключаются, да, и вывешивают объявления на многоквартирных домах с целью уведомления населения о начинающем строительстве. Как правило, на свободных земельных участках выставляют жители многоквартирных домов свои автомобили. То есть первая конфликтная ситуация, она вот с этим связана. А последующие – это уже строительные работы, которые проводятся, как правило, дома строятся у нас в течение года-двух лет, ну, связаны с шумом, ну и тому подобное. То есть в любом случае вопросы у населения, они присутствуют. Вадим Анатольевич, предупреждали о строительстве соседей? Разъясняли? Готовы еще разъяснять что-то? Да, повторюсь, строительство еще не начато. Мы только начали пробное погружение, испытание грунтов. Но уже в связи с тем, что появилась такая шумиха вокруг этого и обращение жителей соседних домов, мы не обязаны, но мы готовы к диалогу, мы готовы инициативной группе соседних домов предоставлять всю информацию. Спасибо за готовность к диалогу. Сегодня в нашем эфире принимали участие Вадим Сафонов, учредитель компании «Север Инвест Групп» и начальник управления строительства и архитектуры администрации Северодвинска Антон Кириллов. Спасибо вам и всего доброго. Спасибо. Спасибо. В эфире была программа «Открытая студия». Мы открыты для ваших вопросов. До встречи.